сети до сих пор горячо обсуждают первую встречу Тины Кароль с возможной будущей свекровью. Как передает Политека.нет, фанаты в Инстаграм с теплом вспоминают трогательный момент, произошедший в прошлом году в эфире «Голоса страны». Тогда произошло незапланированное знакомство Кароль с мамой Дана Балана, Людмилой. Тине и Дану уже давно приписывают роман, поэтому встреча со свекровью прошла очень волнительно. Организаторы проекта пригласили Людмилу принять участие в выпуске с нокаутами. Об этом не знал даже ее сын. Людмила, являясь известной певицей у себя на родине, исполнила зажигательную композицию, а после произнесла трогательную речь об объятиях. «Каждому из нас, если хочет быть счастливым, надо обниматься хотя бы 20 раз в день по минимуму 20 секунд». После этих слов к ней подбежала расстоявшая Кароль с глазами на мокром месте. Женщины обнялись и обменялись комплиментами. Но на этом знакомство не закончилось. Людмила на вопрос, верит ли она в отношения ее сына с Кароль, заявила, что не знает, как будет дальше, но на всякий случай подготовила украинскую свадебную песню, которую поют в тот момент, когда невесты снимают фату. После этих слов из зала начало доноситься горько. Прошел ровно год с того самого выпуска, который покорил сердце тысячи людей. «Невероятные эмоции», — подписал кадры автор поста. Пользователи предались ностальгии в комментариях. «До сих пор этот выпуск пересматриваю. Мы с семьей это видео пересмотрели раз 50. Какие сладуны. Лучший голос 10. Эмоции зашкалили. Такого накала уже никогда не будет».